Энергетики Алматы активно готовятся к отопительному сезону. Заменены 9 водогрейных котлов на 5 котельных. В частности, замена оборудования произведена в котельных 2 общеобразовательных школ мегаполиса. Сегодня сотрудники департамента комитета по регулированию естественных монополий ознакомились с результатами ремонтных работ. К началу отопительного сезона будут заменены еще 4 котла. Котельные сейчас 47-й и 48-й школы полностью готовы к отопительному сезону. И вспомогательное оборудование тоже отремонтировано. На 48-й школе мы насосное оборудование поменяли, бак запаса воды тоже поменяли. Ну и на 47-й школе там произвели ремонт. Ремонт и замена основного и вспомогательного оборудования котельных, выработавших свой нормативный срок, производится в рамках инвестиционной программы компании «Алматы Теплокоммунэнерго». В этом году на эти цели было выделено свыше 1,5 миллиарда тенге. В рамках реализации нашей программы по поручению главы государства выделены дополнительные инвестиционные мероприятия, направленные именно на снижение износа. Помогут снизить износ на 1,2% до конца 2023 года. Реализация предусмотрена до 2029 года. Мы ожидаем снижение износа до 15%. Проводимые работы также положительно отразятся на экологии города, говорят в компании. К слову, срок эксплуатации новых водогрейных котлов – 10 лет.